Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. Мы продолжаем играть в игру, которая бьет рекорды Стима. Palworld. Поехали! И за время нашего отсутствия игра успела получить обновление. Сейчас посмотрим, что они тут добавили. Погнали. Мы опять на этих же холмах. И меня никто не пытается убить. Отлично. Так, где был мой фонарь? Вот это фонарь. Где-то у меня был... Так, это точка для телепортации, да? У меня где-то была кровать, у которой я снес крышу. Да, иди сюда, точка телепортации. Сейчас мы возьмем какое-то орудие. И телепортируемся вот сюда. Да. Все, мы на месте. И мы шли... Где ты? Пенгулет. Да. Иди сюда. Только никого не бей, а то заберу, понял? Я хотел с ним поговорить. Не бить, понял? О, ты здесь новенький. Не говори мне, ты аутсайдер. Но это не значит, что я тоже аутсайдер. Теперь, когда ты на этом острове, ты пробовал поймать покемонов? Палы. Ты можешь получить экспу за то, что поймаешь 10 одинакового вида, знаешь? Ты знаешь, они говорят, такие, как я, те, кто ловят палов, становятся сильнее, чем больше... Короче, чем больше палов я поймаю, тем сильнее я стану. Во! Вот, возьми это. Я надеюсь, это тебе поможет. А, он мне дал... О, он мне фрагменты дал. Хорошо. Там есть какое-то яйцо. Яйцо? Обычное яйцо. Построй яичный инкубатор. Ничего себе. А так-то я иду, я путешествую, я видел вот сюда, вот этой вот башне. Интересно, что там. Конечно, написано, типа, построй базу, все такое, но кому это надо? У нас вон башня, у нас вон дым, или что это такое? Это дым, да, и огромное дерево. И мы уже идем изучать. Я бы, конечно, хотел бы себе и оленя, но, опять-таки, что-то тупо сфера, смотри, тупо лежит. Опа, быстрое это. О, смотри, какие-то красные земли начинаются на карте. Идем туда, красные земли. А где башня? Башня. О, великая башня. Что ты скрываешь от меня? А, это какая-то битва с боссом. Это битва с боссом. На битву с боссом мы пока что с тобой не пойдем. Кстати, что там по умению? Технология, ну-ка. У нас же был лук, у нас был стрелы. Лук и стрелы, это тема, это сила, это мощь. Надо дерево. Нет, ну зачем? Зачем ты это делаешь? Долбанный монстр. А может он тоже покемон? Ну-ка, сейчас я испытаю лук. А где мой лук? Ладно, пофиг, надо бить. Я его убил. Мне дали какие-то патроны. Не кажется, или надо сваливать отсюда, пока не поздно? А где мой лук? Я так и не понял. Или он отменил создание моего... Вот он. А, он у меня просто никак... Да погнали отсюда, а что ты по ним стреляешь? Ты чудо! Они же придут и за мной тогда. А чё? А, то есть я должен... Вот давай мы уберем факел, пока у нас день, и поставим лук. Лук. Во, смотри какой. Кшик такой.
У них какая-то оборона. Хотя тут у меня... Блин. Я же с луком его не потяну. Я с луком... Блин, а как он по мне попадает? Откуда он стреляет? Вот что интересно. Да, я с луком и... 29 стрел. Ничего себе. Нормально у меня. А, он где-то там застрял. Да и стреляет по всем подряд, я понял. Че, он там один остался, типа? А я могу как-то поесть, полечиться? Вот, я хочу поесть. Для меня как-то лечат, и вот его еще покорми. Ты идешь сюда? Иди сюда. На. Вот, молодец. Я его забрал, чтобы он там... Смотри, они всех попрятали. Как думаешь, я их потяну с лука? Ща. Или я не могу, типа, через стены стрелять? Ничего себе, 150. В голову надо стрелять. Стреляешь в голову, он больше повреждений наносит. А так мало. Во, смотри. Мой пингвинчик помог. Хорош. Смотри, уже какую-то базу зачистили. Чё это? Тут почему-то много тварюк. Тут лежит деньги и патроны. И тут какая-то штучка сидит. Ее надо выпустить. Ой, это долго, смотри. Специально, чтобы расчистить. Хорош. Чё, он теперь наш? Да, он теперь наш, походу. Да, вон он, на троечку. Прикольно, третьего уровня. Рибанни. Рибаня. Да, и нам дали экспу. Ну и все по факту. Тут-то больше нечего делать. Такое место. Мне вот интересно, они тут будут еще появляться или нет? Ну, эти человеки. Там еще один мамарест. И смотри, он с кем-то там сражается. А там два мамареста. И это они на... Или это они друг с другом? Они что, друг с другом ругаются? Хорошо, я подожду. Я подожду. Ругайтесь, я заберу того, кто будет умирать. А чего? Имбово. Стратегия просто божественная. Стоишь, ждешь, пока они довраждуются, когда они уже чуть ли не поубивают друг друга. А, его нельзя забрать. 0% тупо на сбор. Ну тогда ладно. Тогда это неинтересно. Я бы хотел себе забрать вот этого, видишь, у него типа мало хп. Его забрать было бы классно, но 0% на то, что ты его поймаешь. То есть так сделать тупо нельзя. О, смотри, там улучшалка. Улучшалка. Иди сюда. Хорошо. Фрагментики. Кстати, вот рыжий лес мне нравится. Я бы тут построил хату. Есть, менюшка. А, и тут у нас есть катива. Ее тоже могу забрать. Вау. Смотри, у меня есть... Вот катива, она типа слабенькая. У меня есть этот чудик. У меня есть вот это чудо. Но пусть отдохнет. Уже устала. Сейчас мы используем короля. Кроль. Теперь идем... Электрический. Жалко, что только 4 уровня, но электрический. Ой, смотри, там этот гад. Электрический. Пикачу, блин. Электрический. О, сундук, смотри, прям просто тупо лежит сундук. Хорош, деньги. О, кристаллик. Маленькая душа. Смотри, какая штука. Какой там дракон. И бабочка. Блин, прикольно. Здорово, дракон. Ты добрый? Ура! Мегасфера. Он на меня бежит. Он бежит. Бежит. Атакай. Атакай. Помогите. 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 И все.
Ну, а смотри, какая-то штука еще. Какой-то индюк. Ой-ой. Что-то он мне не нравится. Тут какой-то злой. Злой индюк. Злой летающий индюк. Башню вижу для босса. Да, эту штуку было бы прикольно завалить, но что-то как-то стрёмно, стрёмно. О, еще что-то. Смотри, там кто-то с кем-то бьется. Там 16 уровень с кем-то бьется. Надо спускаться и забирать. Вот они там бьются. Вот они там бьются, значит, надо спускаться. О, нет. Спрыгивай. Они там бьются, значит, надо спускаться и забрать того, кто проиграл. Потому что тот, кто проигрывает... Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, атакуй. Разрешаю. Не какие-то мощные. Страшно. Не подходи. Я вообще ему что-то нанес. Какой-то пар налаживает. Смотри, они реально всех тупо рубят. Не, так буду его долго долбать. Я тут пришел тупо пособирать тех, за кем вы пришли. Как классно они в этого синамоша ложат. Блин. Сейчас они меня уложат. А, смотри, он не подходит близко. Значит, мы их можем вместе добавить. Не, 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 нет, 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 нет. Блин, больно, 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 больно. Если что, у меня еще есть второй. Не, 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 нет, 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 тихо, 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 убьешь, убьет, убьет, нет, 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 ай, больно, 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 нет, 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 бей его, кореш, бей его, мои, погнали, собирай все. Почему он всегда факел берет первым? Да, и все, и тут больше нету. Блин, тут опять этот отряд, все уничтожение, и там тоже. Беги, 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 они тебя сожрут. Бежи, беги, беги. Там еще столько всего интересного. Это какие-то баристы. Они сейчас опять все тут положат тупо. Опять этот агрессивный отряд. Плывем отсюда. Тут, походу, не энергозатратно. Что такое? А тут есть какая-то своя агрессивная тварь. Что это? Турбосундук. С кем ты сражаешься? С какой-то тварью. Да капец, блин. Да? Те птицы явно не заинтересованы в том, чтобы я мог воскресать. Да, птицы? Ага. Тихо. Тихо. Чё у меня? Они мне лу... У меня нету лука в руках. Тихо, птицы агрессивные. Но ничего страшного. Мы идем. Идем. Тут еще одна птица. Но мы идем и... Есть! Есть! Быстро сваливаем, сваливаем, сваливаем. Сваливаем. Сваливаем, да. Сваливаем. Сваливаем. Мы свалили. Создание.
На. На. Есть, из них что-то выпадает. Да, и это огненные органы. Вот, одного мы прибили, а второго надо приручить. Прям обязательно, типа. Вон. Даже можно слабенького. Суть не в том, чтобы он был сильный. Важно, чтобы он просто был. Тихо. Давай. 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 Ты сможешь? Давай. Давай. Да. Да, 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 да. Есть. Есть. Новый чудик. Это у нас огненный. Да. Да. Да, я сделал это. Идем на альпаку. Альпака. Альпака, готовься. На. На. Она, походу, ближнебойная, а я мы ее дальниками. Нет, она и вдаль может. А, я, блин, это были огненные. Ой-ё, она хорошо сносит. На. Я. У меня этот мой друг сражается лучше, чем я. Тихо. Тихо, 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 тихо. Блин, на. Давай, давай, ты сможешь, ты сможешь. Нет, она выпала. Но мы ее убили. Мы ее не могли поймать, тупо. О, там есть альпака. Одинокая. Одинокая. Иди сюда. Иди сюда, сейчас будем тебя стрелять. На. 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 Попробуем поймать в этот раз мега-сферой. Я стрелять не могу. Придется по старинке дубинкой. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тихо, у нее мало хп, мало хп, мало хп. Сейчас попробуем. Давай. 37, мало, 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 мало. Да, есть. Есть, нет, нет. Убегает. Есть, есть, давай, 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 давай. Ну, да, 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 да. Получилось. Турбо. Давай. Сверх кореш. Альпака. А какого она уровня? 6-го? Почему? Это потому что я 6-го. Блин, печально. Но сам факт. Сам факт. Новый, новый чудик. Иди сюда. Иди, иди сюда. Иди сюда, я на тебя посмотрю. Тихо ты. Не скакай, скакундер. Да я на тебя посмотрю. Скачет. На тебя посмотрю сегодня. Во. Ну, что я могу сказать? Что мы сделали полезного? Мы построили дом. Хоть какой-то, но тут можно будет тупо много этажей достраивать. Так что все будет окей. Освободили там... мы поймали альпаку. Начнем с этого. Вон она. Альпака. Бежит. Скакает. Которая почему-то не может быть мощнее. И мы освободили кролика. Также изучили вагон новых земель, но... вот на самых новых землях нас очень часто убивают. Ну что ж, я думаю, это был продуктивный день. Продолжим мы его в следующей серии. Ну а пока что... ставим лайки, подписываемся на канал, переходим по ссылочке в описании и подписываемся на телеграм-канал. Ну там можно спонсорочку оформить. Ну и вообще, напиши в комментарии, как тебе эта игра. До скорой встреч, пока-пока.